сегодня у нас будет обзор нового каталога. И я пробую новую камеру, как она будет снимать. Насколько будет качество, будет лучше видео. Пожалуйста, прошу, потом напишите в комментариях. Взять в общем компанию Oriflame, то, например, косметика, да, вы можете зайти в любой магазин и посмотреть примерно там какого-то такого же типа гаммы помаду, тушь, если вам не принципиально важно. Но что касается ухода за вашей кожей, ваша кожа — это не сапоги, которые вы купили на сезон, а потом выбросили. Кожа, она требует тщательного с собой ухода. И именно то, как сейчас вы за ней будете ухаживать, будет зависеть, как она будет выглядеть через 5 лет. И я рада тому, что то, как сейчас выглядит моя кожа, это результат моих 5-летних действий над этой кожей. Да, я 100% могу сказать, что с этой косметикой, я потом расскажу, чем я пользуюсь в повседневной жизни, я замедлила старение своей кожи на 5 лет. Это 100% гарантированно даю вам. И то, что компания выпускает сейчас все новые и новые продукты, это очень радует. Почему? Потому что это не просто какой-то продукт, а компания... В компании Oriflame работают 300 ученых, которые создают инновационные продукты, создают патенты. Вот, например, если взять запуск серии True Perfection, это новая серия, которая... Аналогов пока нет ни у кого в мире, да, и в ближайший год-два это будет патент уникальный с правом продажи именно только в компании Oriflame. Потом компания может продать патент, и подобные серии будут выпускаться. Может быть, немножечко с другими компонентами, конечно, будет называться по-другому. Компания так часто делает, свои формулы продает, а все более, скажем так, на эти средства делает все больше... более лучшие патенты, да? Мне нравится мой образ жизни. Я живу в городе. Ем на ходу. Поздно ложусь и рано встаю. Я занимаюсь несколькими делами одновременно, но я против тусклой кожи. Стресс, загрязненность окружающей среды, недостаток сна и несбалансированное питание могут стать причиной преждевременных возрастных изменений кожи на клеточном уровне. Кожа выглядит тусклой и усталой. Экстракт персидской шелковой акации нейтрализует молекулы, вызывающие преждевременное старение клеток, возвращая коже привлекательность. Цвет лица улучшается, тон кожи становится более ровным, а микрорельеф кожи разглаживается. Мне нравится волшебное преображение моей кожи. True Perfection – настоящее совершенство. Сыворотки. Очень мало людей, кто применяет их и, в принципе, не знает, зачем они нужны, потому что вроде бы есть дневной крем, вроде бы есть ночной крем. Что такое же сыворотка? Сыворотка идет под дневной и под ночной крем. В принципе, можно сейчас попробовать под вашу любую серию дневную и ночную, то есть любой там Optimals, либо коллаген, чем вы пользуетесь. Сыворотки действуют намного быстрее и мощнее любых кремов. Они берут, они усиливают примерно действие вашего крема примерно в 2 раза. То есть они берут ваш крем, связывают его и тянут за собой далеко-далеко в глубину, что получается, соответственно, еще более максимальный эффект. То есть следующая страница и потрясающая акция, набор всего лишь за 999 рублей. Эта серия предназначена в возрасте тем, кому 35+. Мне 34,5, но мне очень нравится эта серия, я попробовала, я ей пользуюсь циклически, то есть месяц, может быть, через 2, да, вот, либо иногда себя балую, недельку попользуюсь, убираю, и потом обычной легкой базовой серии, потому что моя кожа достаточно хорошо сейчас увлажнена, ухожена, и я вот этой серией только лишь балуюсь. Ну, это примерно как сходить в салон красоты. Для увядающей кожи в период менопаузы. Опять же таки, я вам рассказывала о тех компонентах, которые присутствуют в этой серии Time Reversing в прошлом видео. Эта вот серия, это классно, это бомба. Даже если вы принимаете витамины Wellness, дополнительный астаксантин вам не помешает его, например, комплексно тоже месяц пропить, дополнительно вы увидите, как улучшится состояние вашей кожи, ну и тем более с кремами. Будь стильны в любую погоду. Здесь мы видим дождевик и зонт с 65% скидкой. Интересные модные тренды этой осени, поэтому смотрим, заказываем.
яркое начало нового дня. И мы видим здесь со скидкой идут тушь и карандаши для глаз. Новый карандаш, стирается вот здесь вот золотистая надпись. Это минус, мне это не нравится. Но с другой стороны, карандаш радует своей текстурой. У меня он в оттенке темно-коричневый. Достаточно устойчивый карандаш. Он, вот, посмотрите, да, вот, устойчивый. В то же время он хорош в растушевке. То есть с ним можно делать хороший смоки айс, поднимать стрелочки. У меня был вот такой белый каял в упаковке карандаш. Он еще более продуманный для чувствительной кожи, да, кто, например, носит контактные линзы. И если вы пользуетесь таким карандашом светлым, то взгляд открывается. И которая сейчас идет 5 в одном со скидкой, это хит продаж, самая продаваемая тушь в Oriflame. Хорошая щеточка, делает потрясающий объем. Но все-таки две мои почему-то любимые туши. Это тушь на следующей странице, невероятный объем. Кисточка, достоинство этой туши в том, что ее можно носить до 5 раз. Утром я делаю один слой туши, если мне нужно куда-то, я еду, я второй, третий могу, до 5 слоев. И вот реально пушистые ресницы. Обожаю. Эта тушь, достоинство этой туши в том, что с этой тушью можно невероятно длинные ресницы делать. И если я сравнивала эту тушь и эту, да, обзор, я делала видеообзор, то даже когда вы наносите, то чувствуете, что ваши ресницы, вот они как бы, они наращиваются, идет наращивание ресниц за счет содержания в ней специального воска. Минус ее в том, что ее нужно дольше наносить, прокрашивая каждую ресничку, все-таки она тянется, 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 но эффект обалденный. В принципе, это самые мои ходовые туши сейчас на данный момент. Снова безупречная кожа, пользуюсь ли я ей, вы можете посмотреть, это уже практически остатки, мне нравится тем, что она хорошо покрывает кожу, смотрится естественно. И она потрясающе подходит для комбинированной жирной кожи. Если летом я пользовалась, сейчас перешла на CC-крем, я сейчас расскажу о нем, на CC-крем и BB-кремы, то для осени все-таки будет лучше перейти именно на такую тональную основу, на более плотную текстуру. И идет защита от ультрафиолета также, защита от непогоды, ветра. Сейчас резкие начнутся перепады температуры. Вы выходите на улицу, то холодно, то жарко, то ветер. Вы знаете, что ветер это мгновенный испаритель влаги. Это, знаете, что такое фен, да? Это вот постельное белье постирали, вывесили на улицу, либо оставили при комнатной температуре. Поэтому именно дневные крема и вот такие вот тональные основы – это максимальная защита для вашей кожи, это молодость вашей кожи. Совершенство цвета. Она осталась у меня у мамы в Краснодаре, поэтому не могу показать ее. Достоинство этой помады в том, что она выполнена в форме капли и сколько бы вы ей ни красили, всегда форма держится. Мягкая текстура, хорошие цвета, подобрать всегда можно. Сейчас рассмотрим с вами CC-крем, BB-крем, что это такое. В двух словах, сейчас практически 80% европейских женщин перешли от тональных основ на вот такие вот CC и BB-крема. Почему? Потому что это многофункциональные, да, они, во-первых, это заменяет дневной крем, да, утром, когда вам нужно быстренько собраться на работу, не надо много действий, вы взяли вот такой вот BBCC кремчик, на лицо нанесли и сразу побежали, выравнивает, скрывает недостатки вместо корректора, вместо тональной основы, подсвечивает изнутри, как хайлайтер выполняет функции. BB-креме хорошо, там идет плюс, там идет более плотное нанесение, прям плотно она крем ложится, чем, например, CC-крем. Тот крем нужно припудривать. В BB-креме содержится как вот такой-то пигмент, как вот небольшой перламутр. Он буквально вот обволакивает лицо и подсвечивает изнутри. Такой вот, знаете, вот легкий перламутр. Интересный эффект.
Что сказать по поводу CC-крема? У меня два оттенка, оттенок Medium и Light. Medium я бы себе, наверное, никогда не приобрела, это был подарок от компании. Так выглядят оттеночки, если растушевать темный и светлый. Да, конечно, их можно вывести на нет, но не приобретайте темные оттенки. Лучше всегда приобретите на тон, полтона светлее вашей кожи. Почему? Потому что именно светлый оттенок, он делает на несколько лет вашу кожу моложе. Либо темный оттенок сделает на несколько лет вашу кожу старше. То есть даже если вы выбрали оттенок, он немного, он светлее, чем ваша кожа, вы используете обычные, возьмите шариковые румяна, бронзер, и легко можете пройтись по основным местам, то есть под скулы, контур, да, немножечко пройтись, все, и ваше лицо заиграет, и свежесть будет, то есть будет более благородный такой эффект. Да, так что я вам говорила, что когда тональную основу приобретаете, вы можете брать и светлый оттеночек, и пробник, например, более темного оттенка, капнули, перемешали и до нужной консистенции сделали, потому что летом наша кожа выглядит более темной, зимой более, осенью более светлой, соответственно, загар проходит. Сейчас я пользуюсь активно вот таким CC-кремом, но с осени, как я вам и говорила, перейду на вот такую более плотную текстуру крема для того, чтобы защитить мою кожу от ветра. А после того, как вы нанесли любой ваш дневной крем, перед тем, как нанести тональную основу, обязательно вам рекомендую промокнуть лицо вот такими замечательными салфетками. Вот, даже если у вас есть макияж, когда вы промакиваете вашу кожу, то ваш макияж остается в целости и сохранности. Ни румяна, ничего, тональная основа, ничего убирается. Вот я не знаю, как вам видно, не видно, насколько вот жирная у меня салфеточка. Получилось, да, вот так вот. Это есть 50 штук, даже если вы будете пользоваться одну утром перед тем, как нанести ваш макияж, и там в течение дня одной-двумя салфеточками подправить. Но такие салфеточки у меня есть практически в каждой моей сумочке, в косметичке обязательно лежат, потому что они лучшее средство не припудривания, а именно подправить макияж. Давайте логически порассуждаем. Нужно пользоваться именно такими салфетками. Смотрите, когда мы поправляем макияж в течение дня, мы прошлись на улице, ветер, пыль, все это осталось на нашей коже, и потом мы слой за слоем припудрили, жир, вот это вот все вот вперемешку, вот, и забиваем наши поры. А когда мы используем такие салфеточки, мы вообще не трогаем нашу косметику, она остается у нас неповрежденной, да, там же идеальный слой, мы лишь промакиваем, убираем жир. Да, конечно, если надо, вы хотите там припудрить что-то, кожа у вас сделать больше, более идеально, вы можете ее сделать, но жир убрать только этими салфетками. Когда мы только нанесли тональную основу, закреплять ее лучше всего вот такой вот пудрой. Она, эта пудра белая, белесая такого оттенка. Она на коже полупрозрачная. Перед этим нужно встряхнуть вот так крышечку, похлопать, и на крышечке у вас останется небольшое количество пудры. И ее вы наносите, отряхиваете об руку, и так вот легко, легкими движениями вы проходитесь. Она не скрывает ваши недостатки. Эта пудра предназначена для того, чтобы матировать. Такой пудрой пользуются практически все визажисты, когда делают профессиональный макияж. И она есть практически во всех дорогих профессиональных сериях декоративной косметики. Make Up For Ever, MAC. Это примерно аналог, но стоит гораздо-гораздо дешевле. И эффект того, что именно она содержит маленькие вот эти вот гранулки, которые себя, как и вот, например, салфеточка, да, они в себя вбирают вот как раз-таки жир и держат ваш макияж. Но это не корректор. Такая вот у нас палитра маскирующих средств есть она в каталоге. Что мы делаем? Я ей пользуюсь редко, но в тех случаях, когда у меня темные круги под глазами. Либо вот я ее обязательно возьму сейчас в поездку. Почему? Потому что бессонная ночь, смена часовых поясов.
Смотрите, что здесь идет? Оранжевый. Оранжевый оттенок у нас убирает темные круги. Поэтому, когда мы здесь промакиваем, обязательно не тяните вот этот вот корректор здесь. Почему у нас здесь морщинки? Если вам за 30, то эти морщинки могут у вас потянуть. А это потому, что плотная текстура, да, будет заметно некрасиво. Вот, поэтому стараемся этот корректор делать вот именно вот самую темную часть. Мы его здесь вот дублируем. Здесь же мы можем использовать обычный корректор. Дальше, белый у нас это идет как хайлайтер. Мы всегда его можем нанести на вот эти вот зоны, да. И зеленый это нам убирает прыщики. Вот здесь как раз у меня прыщик есть. Зеленый он убивает красноту. И можно пользоваться как под тональную основу, так и если немножечко подкорректировать, чтобы вы видели, какой будет у вас финиш. Это три самые ходовые оттенка для всех визажистов, которые делают макияж, чтобы скорректировать лицо. В каталоге у нас есть со скидкой вот такие шариковые румяна, хит продаж во все века. И есть вот такие вот румяна у нас, двойные румяна. Сразу разграничим. Бронзер, румяна имеют разные функциональные нанесения. Если мы бронзером, мы создаем рельеф нашего лица, делаем скульптурирование. Так же, как, например, и шариковыми румянами. Здесь они идеальных оттенков, чтобы именно скульптурировать лицо. Какие основные места здесь? Немножечко височную. Подбородок, да, убираем, да, наши. Дальше, может быть, это со стороны носа убираем, да, и чуть-чуть вот здесь вот лобик. То есть, в зависимости от того, надо вытянуть его, да, есть определенная схема корректировки. Ну, как бы это вот классическое идет. Вот, вот такими румянами мы сделать это не можем. Эти румяна у нас идут первые. Вот эти розовые яркие оттенок у нас идет буквально после того, как мы сделаем корректировку, вот на вот эти вот ямочки. Вот такие вот ямочки, чтобы освежить, тогда ваш макияж будет действительно завершенным, идеальным. Румянами бронзовыми, то это примерно, скажем так, структура лица будет однородной, неинтересной. Но когда вы поставите буквально вот именно точечки, сделаете акценты розовым, вот чуть-чуть здесь, да, лицо заиграет, примет другую форму. И это такое правило используется визажисты. Очень также хорошо, что здесь есть хайлайтер, и делаем наше лицо более идеальным, кукольным, высветляем над нашими щечками, подбровную часть, можно вот здесь вот выделить на кончике чуть-чуть подбородочек, губу нашу, ну и вот здесь у меня оттенок 77, светло-розовый, еще со скидочкой на страничках вот такая вот кисточка есть. Мягкая подводка тени для глаз – идеальный штрих. С этой подводкой мы делаем красивый, идеальный контур. Смотрим, ее очень удобно подводить. Такая мягкий аппликатор. И можно вот смоки айс дорисовывать. Видно? Дорисовывать, как вам надо. Какой-то углублять, растушевывать. Хорошо. Но, опять же таки, пользоваться, вот видите, достаточно устойчивый, посмотрите, да. Минус какой? Когда вы наносите, это имеет пудровую структуру, что вот этот вот контур, он, когда только наносите, он осыпается. Поэтому вы берете любой ватный диск, прикладываете и делаете макияж ваш. Тогда вся пудра осыпется именно на ваш ватный диск. Или довольно часто используют визажисты, такое вот любимое, да, но опять же таки нужно приноровиться им правильно краситься, не на быструю руку, это для более вечерних макияжей. Я даже люблю просто пользоваться пробниками помад, сделаю контур. Сейчас я пользуюсь карандашами редко, почему? Потому что как-то вышли из моды объемные такие большие губы с четким контуром, все-таки как-то за естественные, за приглушенные губки. Мои любимые палитры тем, что здесь многообразие оттенков, и при поездках, ну и вообще как бы очень удобно кинуть в косметичку, всегда нужны оттенки есть, я в основном наношу их влажным способом. Палетка «Дикий пляж»,
Палетка «Полночный закат». Я ей реже пользуюсь, но в основном беру вот этот вот темно-синий оттенок, темно-синий, фиолетовый, для того, чтобы доработать Smokey Eyes. Следующая палетка «Таинственный лес», мне кажется, идеально сейчас будет подходить для осеннего макияжа. Мультиактивный бальзам для губ «Must Have». Продажи бешеные всегда. Потрясающе увлажняет, восстанавливает губы, классно идет под губную помаду, так и вместо губной помады. Этот лак сделан во Франции. Достоинство лака в том, что он быстро высыхает, и светлый оттенок, даже если вы постирали, кончики не видны, они сливаются. Поэтому сейчас вот в поездку я возьму именно этот лак, чтобы он выглядел хорошо. И оттенок прекрасно смотрится на загорелой коже. У нас новинка в итальянской коллекции серии Giordani. Это кремовые тени для век «Жемчужная вуаль». Это стойкие кремовые тени ультрастойких перламутровых оттенках. Наверное, думаю, что-то такое, что с коллекции The One, но они более ухаживающие. Номер один, всего лишь за 69 рублей, много оттенков. Единственный минус, да, простоватая упаковка, но качество помады очень хорошее. Ароматы рассказывать не буду. Лучше всего, конечно же, заказать набор пробников, либо пробники по отдельности и пробовать смотреть, как раскрывается конкретно именно на вас этот аромат. Единственное, что скажу, обязательно посмотрите серию, набор 45% скидкой Love Potion. Советую всем женщинам, которые хотят обольстить своего любимого. У меня есть единственное, что мини-версия, вот такие вот духи, которые я могу кинуть в косметичку, да, либо просто, когда у меня настроение, вечернее настроение, да, применять. Что хочу сказать, это ароматы с мощными афродизиаками, которые настроят на нужный лад. Иду и посмотреть на странице 63, мужская серия, набор S8. Это самый продаваемый мужской аромат. Вот, как вы не тестировали, да, вот мужчина почему-то выбирает именно этот стиль, он, этот аромат, он им очень нравится, очень подходит. А для мужчин, кто активно занимается спортом, советую спрей в парфюм. Да, чем активнее мужчина занимается, тем ярче аромат раскрывается. Больше всего самый продаваемый именно вот этот аромат. Штук 5-6 флаконов Юрия я точно приобрела. У нас будет новинка туалетная вода. Be the legend, быть легендой, и она состоит из трех нот: бобы тонко, кожа и яблоко. Это трендовый аромат, модный в этом сезоне. Пробуем, смотрим, рекомендуем. Переходим на мою тему, любимую тему по уходу за лицом. И первый прокол, который мы видим со скидкой, это легендарный крем для век, невероятный эффект. Одна из самых больших ошибок преждевременного старения, которую делают женщины. Они используют свой обычный крем для лица дневной и наносят его тоже в зону, в области век. И не используют вот такой вот крем. Не мне ли вам говорить, что кожа вокруг наших глаз, она более тонкая. Кроме того, мы делаем тысячи, миллионы мимических движений, да, и эта кожа нуждается в специальном креме, который одобрен офтальмологами, который будет восстанавливать вашу кожу. И опять-таки, милые дамы, когда я слышу отзыв о том, что ваш крем, какой-то крем для век, получилась отечность от какого-то крема, да, когда мы начинаем разбирать, выясняется, что вы нанесли толстым слоем. Ошибка, да? Когда мы наносим крем, то мы его наносим буквально спичечную головку, и потом желательно вот этими пальчиками, самыми легкими, безымянными, мы похлапывающим движением наносим вот сюда, вот в эту область. Не здесь мы наносим крем для век, а крем для век мы наносим только вот
вот в эту область вокруг глаз, куда нужно, потом этот крем потом у вас проникнет. Ни в коем случае мы к ресницам близко мы его не наносим. Это большая ошибка, чтобы у вас ничего отечности не было. Как я вам уже говорила, на лето я пользуюсь серией для жирной кожи. Для меня базовая серия — это серия Optimus, вот такая вот. Когда мы переходим к осени, наша кожа требуется в максимальном увлажнении, потому что она просто истощена, в ней нет влаги. И еще раз, не путайте жир и влага, это разное. То есть, если вы скажете, у меня жирная кожа, это не означает, что она у вас сейчас недостаточно увлажнена. Любой коже сейчас нужна максимальная на осень влага. И поэтому сейчас вот именно рекомендуют серии, вот эта серия, которая вас делает защиту и глубокое увлажнение. В состав входит гиалуроновая кислота, то есть это увлажнение глубоко проходит, водичка, да, грубо влага, и потом максимально притягивает извне и делает вашу кожу наполненной. Почему? Потому что когда ваша скукоженная клеточка начинает расправляться, из изюма превращается в настоящую виноградинку, то потом, что вы ее туда, какие крема вы не добавляете, да, активные компоненты, кожа, клетки кожи, они реагируют. Если вы не используете увлажняющую серию, вы не прольете вашу кожу, да, эффект от каких-то супердорогих кремов минимальный. И, ну, если вам чуть-чуть за 40, то, конечно же, ваша серия немножечко другая, и тоже идет 50% скидка, эластичность плюс. Кстати, 80% женщин по статистике делают преждевременное старение. И какие в основном это ошибки? Когда девушка просыпается, то она кожу умывает чем? Просто прохладная водичка. Она не использует очищающее средство. Что это такое? Почему именно нужно очищающее средство? Сходит с любым жирным средством, например, с маслом, если его оставить при температуре 36,6 градусов на 8-10 часов. Наверное, этот крем будет разлагаться, правильно, с нашим потом, грязью. Кроме того, крем проникает в глубину, оттуда забирает какое-то там грязные вещества, всякие там грязь, пыль. Кроме того, когда вы лежите на подушечку, она пыльная, все это седает на вашей коже, все это перемешивается в сальный секрет, и вы что делаете? Вы умываете простой прохладной водичкой. Попробуйте вашу сковородку помыть такой же водичкой легенькой. Вы же не моете вашу кожу в лицо кипятком, да? Что нужно, чтобы этот крем, жир убрать? Нужно какое-то моющее средство типа Фэри. Да, это ваше очищение. Но это как бы, чтобы вам было легче для понимания, это должно быть очищающее средство. Дальше. Немножечко останется этого средства, а оно все-таки будет вашу кожу стягивать. Средство это для того, чтобы убрать максимально с вашей кожи, и будет продолжаться какая-то реакция. Поэтому тоником мы убираем остатки очищающего средства, мы закрываем поры, мы делаем кожу более увлажненной, и потом ваш любой там дневной, а вечером ночной крем будет проникать в глубину. Основная ошибка, что женщины не используют тоник, и тем самым действие дневных ночных кремов, оно в два раза снижается. То есть как хотите, пользуйтесь, не пользуйтесь, дело ваше. Если у вас есть пигментация, лучший крем, который реально круче аналогов, это защита и осветление. Вот, ну, об этом средстве я могу петь дифирамбы. И если, например, вот здесь вот мы берем очищение, тонизирование и еще специальную смывку для вокруг глаз, мультифункциональное средство, которое и под глазами уберет макияж, и очистит ваше лицо, и как тоник тонизирования. В Европе это мицеллярная вода, самое продаваемое средство. Но стоит примерно, если у нас сейчас со скидкой будет 569, то вы можете от 3000 найти мицеллярку других аналоговых брендах. Изначально мицеллярку вообще было придумано клиническое средство для ухода за поврежденной кожей, после ожогов, для младенцев, для сильно раздраженной кожи. То есть идеальнейшее средство, хорошо очищает ваше лицо, максимально увлажняет, хит продаж. А если вы хотите сейчас серию чуть подешевле, но тоже получить хороший эффект, вам в помощь серия алоэ. Именно как раз она восстановит хорошо кожу, бюджетный вариант, но эффект дает. Я пользуюсь этой серией, тоже могу, например, вот эту серию месяц, вот эту серию, месяц, например, Optimals, либо 3 недели одну,
недельку-две коллаген, недельку зеленый. То есть я чередую, и тем самым эффект по уходу за кожей усиливается. Что здесь новинка? Здесь новинка идет маска. О маске я рассказывала в прошлом своем обзоре. Также в этой серии у нас добавляется скраб для лица. То есть сначала вы пользуетесь скрабом, потом наносите плотным слоем масочку, и эффект у вас два в одном, практически салонная процедура. Следующая серия у нас со скидкой идет для проблемной кожи. Очищение и тонизирование. Очищение у нас идет гель-скраб с какими-то маленькими гранулами. Нравилось. Я даже для себя в возраст 30 брала хорошее. Также мне понравилась маска, которая предотвращает появление черных точек. Это практически заканчивается. На донышке ей пользуюсь очень часто. Маскирующий, подсушивающий крем под чистоты. Ну, вот так вот он выглядит. По поводу подсушивающего, да, по поводу маскирующего, я бы сказала, ничего не маскирует. Не перекрывает он ничего. Лучше в этом случае пользоваться корректором, который я показала. Но как базу сначала нанести защитную пленку, вот именно этим, а потом уже корректором, чтобы перекрыть. Конечно же, когда у вас будет выходной, обязательно советую побаловать себя. Побаловать себя серией спа-салон. Это салонная процедура, не выходя у вас из дома. Профессионально. Лучший скраб, который есть в Oriflame. Он великолепно очищает лицо. Он мелкозернистый. Такая вот, понимаете, вот чем-то вот мне бы... Вот как питьевая сода, вот по такой консистенции, супер-супер скраб, поэтому даже если, не обязательно я пользуюсь там всей серией, этим скрабом я пользуюсь минимум один раз в неделю. Дальше у нас идет маска с глиной, потом мы наносим сыворотку, как мы знаем, что сыворотка усиливает действие кремов примерно в два раза, да, и потом мы наносим крем, вот такой дневной крем, не знаю, где он у меня затерялся, почему-то в моих косметичках. Когда вы делаете вот такой вот эффект, ну, я вот этой серии полностью в комплексе где-то пользуюсь примерно один раз в месяц, кожа очень быстро восстанавливается, она вам говорит спасибо, хозяйка. Волосы — это моя визитка, моя гордость. И что хочу, мой самый большой секрет моей густоты волос, вот просто вот нереально. Потом я вам, кстати, покажу, как я делаю укладки, у нас будут новинки с этой серии. Эффект от этих витамин вы получите примерно через месяц, когда ваши волосы перестанут выпадать, либо станут меньше выпадать. Года через два вы получите реальный эффект, когда ваши волосы, которые перестали выпадать, они у вас за два года примерно отрастут вот так, да, ну вот реально вот со стрижкой. Тогда вы получите действительно копну волос. Ну, а три — это полностью будет весь эффект. Но предварительно кончики мне осветляют, потому что эта краска предназначена для тонировки больше, либо покрытия, закрашивания седины. Светлые оттенки они не осветляют. Парикмахер удивилась тем, что сначала мне было тяжело подобрать салон в Омске, потому что когда я говорю, мне нужно сделать амбре, они говорят, да-да, мы делаем своей краской. Я говорю, нет, мне нужно делать моей краской. Здесь с парикмахером-стилистом, когда советовалась, она говорит, нет, я не возьму вашу краску, да ваша краска, она ваши волосы будет зеленить, если я вот ваши оттенки осветлю, а потом возьму вашу краску, она даст зеленый пигмент. Я говорю, делайте, просто сделайте, да, когда мы нанесли, она была приятно удивлена, то, что оттенки соответствовали, молоко и мед. И есть вот здесь вот такая масочка. Шампунь, кондиционер у меня закончились, в этом каталоге обязательно приобрету, это просто бомба, это вот реальная салонная процедура, восстанавливает мгновенно волосы, они становятся толще, объемнее, они более, ну я не знаю сказать, классные, попробуйте, так же как и маска восстанавливает, смотрите, очень, я часто путаю с кремом молоко и мед, ну вот. Здесь написано именно маска. А после лета я перехожу на вот такую серию, чтобы мне мои волосы восстановить. Это для сухих поврежденных волос. Либо, смотрите, обычным шампунем я промываю хорошо голову, а дальше второй раз я промываю оставшиеся волосы именно для поврежденных волос.
И маску я наношу также от корней где-то вот на расстоянии, бальзам вот примерно вот на таком расстоянии на всю длину. Как правильно пользоваться маской и бальзам для волос? Хотите, чтобы эффект их увеличился ровно в два раза? Когда помоете голову, обязательно хорошо промокните полотенцем, чтобы убрать всю влагу с волос. Именно промокните, не высушить, а промокнуть, что плотным слоем либо маску, либо кондиционер, как вам надо. И то же самое про полотенце, которым вы промокнули волосы, вы его окунаете в кипяток, просто в горячую воду, максимально в кране, что есть, чтобы она была горячущая. И после этого вы оборачиваете ваши волосы. Маска будет действовать быстрее, эффект получится. Получите, и она глубже проникнет, то есть ваши волосы восстановятся. Что вы делаете дальше? В прохладненькую водичку, практически холодной водой, вы ополаскиваете, чтобы закрыть чешуйки. Для придания объема. Я шампунем не пользуюсь, потому что у меня и так копна волос достаточно, но вот это вот у меня самые популярные средства. Когда вы вымыли волосы, понятно, они у вас увлажнены, вы накрутили, все замечательно. На следующий день ваши волосы уже не держат укладку, либо они у вас короткая стрижка, либо это длинные волосы, их нужно подкрутить либо бигудями, либо высушить феном. Да, вы можете из-под крана намочить ваши волосы, но это будет не то. Когда вы пользуетесь вот таким вот спрейчиком, да, они моментально, спрей увлажняет ваши волосы, да, даже можно придать какой-то сразу объемчик волосам и высушить. Либо высушить, я, например, делаю этот, наношу вот это вот средство перед тем, как сделать с бигудями его использовать. У меня жирные волосы у корневой зоны, поэтому на второй, на третий день я использую вот такой сухой шампунь. Как его наносить? На расстоянии вы вот так вот спрыскиваете, да, на корни, дальше потом опускаете голову, либо просто и хорошо вот так вот массируете массажными движениями, вот так вот, да, и все. То есть, что он содержит, вещества наподобие талька, и он вот этот жир вас вбирает. Да, конечно, если у вас уже супер сальная голова, этому не поможет, но эффект дает. Кроме того, он делает как бы такой вот объемчик. Люблю этот шампунь. Средства есть у меня везде. В каждой косметичке, сумочке, на полке, на кухне, в ванной. Я покупала очень много штук, пользуюсь ими постоянно после каждого приема пищи. Ну и, конечно же, для наших деток я однозначно рекомендую вот эти два продукта. Вы можете сэкономить на себе, не краситься, там где-то что-то там минимум урезать в бюджете, но прежде всего, если не витамина, то рыбий жир, омегу, это преступление деткам не давать. Почему? Сейчас 1 сентября, сейчас начинается, снижается иммунитет, заболевания, вирусы, да, у ребенка массу информации, знаний, нужно запомнить все. Поэтому вот именно с омега-3 издревле, да, начиная, если наши совдеповские времена взять, там с 6 месяцев нам уже по капельке раньше давали рыбий жир. Это было практически обязаловка, да, что сейчас, да, люди игнорируют, можете почитать пользу омеги-3 в интернете, отдельно я потом сниму видео, мне кажется, я сейчас буду петь дифирамбы омеги, так же, как и витамином. Если ребенок не может принимать омегу в жидком виде, то есть у нас в тоже в упаковке по 60 штук вот такой вот рыбий жир в капсулах. Но в этом случае нужно давать 6 капсул в день, либо одну чайную ложечку в жидком виде. Что дает? Это зрение, память, иммунитет, укрепление мышц и кровеносно-сосудистые, сердце, легких. То есть обязательно советую рыбий жир. Не заметил, видео было полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и я вам расскажу, что же было интересное на конференции, сколько мы городов посетили, а вы посмотрите фотографии, какие-то истории, жду не дождусь. Je me souviens, Yama, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens, Yama, 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 Yama.